Силовики призывают курян выйти на антинаркотический фронт. В регионе стартовал месячник борьбы со смертельной зависимостью. К сожалению, предпосылки бить тревогу и взывать внимание общественности у специалистов есть. Количество отравлений психоактивными веществами среди молодежи до 18 лет выросло в 2 раза, а в возрасте до 35 лет – в 12 раз. Весь март правоохранители, местные власти и общественные организации проведут под лозунгом «Курский край без наркотиков». Такая масштабная акция проводится в регионе впервые. В минувшем году прозвучало более 600 обвинительных приговоров за наркопреступления. Но одних только правовых мер недостаточно, уверены специалисты. Практические семинары для волонтеров, рейды по развлекательным заведениям, телепередачи и круглые столы с участием наркологов. Организаторы рассчитывают, что это привлечет внимание населения к проблеме, касающейся каждого. Также мы планируем провести на добровольной, подчеркиваю, на добровольной основе тестирование учащихся среднего профессионального образования в городах и районах области, а также мероприятия по повышению мотивации лиц, потребляющих наркотики, к прохождению курсов освобождения от наркотической зависимости. Сообщить о фактах потребления или незаконного оборота наркотиков в регионе можно уже сейчас по анонимному круглосуточному телефону доверия Госнаркоконтроля 56 11 00, либо отправить сообщение по электронной почте.